Медведица с медвежонком, которые отправились в лес по ягоды, стали героями нового видео национального парка Паанайарви. Сюжет из жизни животных был снят на фотоловушку, его разместили в официальном паблике парка. В кадре видно, что медведица нашла то, что искала, поела и отправилась дальше. А шустрый медвежонок вприпрыжку побежал за своей мамой.